Президент Нурсултан Назарбаев в ходе рабочей поездки в Южно-Казахстанскую область принял участие в церемонии открытия монумента казак Елене Мын-Алгыс. Его возвели в Шымкенте по инициативе этнокультурных объединений региона, как символ благодарности Казахстану и его народу. Высота строения 7,5 метров, а установили монумент перед новым зданием Ассамблеи народа Казахстана. Когда-то это было здание бывшего кинотеатра, более 7 лет оно простаивало, но объект вернули в собственность государства и на средства областного бюджета провели капитальный ремонт. В концертном зале сегодня зазвучала музыка, а первым зрителем стал глава государства. Нурсултан Назарбаев также посетил завод по производству алюминиевых профилей для окон и осмотрел большой фруктовый сад, в котором используют новые технологии. Все для Южного Казахстана еще сделать. Автомобильные дороги, красные, и туда, и сюда. Железные дороги, да, и даже вот теперь в Иран будет уехать. Газ, грибы. Все инфраструктура, коммуникации. Дома строятся. Дома строятся. Люди много. Конечно, здесь самая большая скучность людей. Занятости есть проблемы. И теперь у нас вот есть такое большое, очень красивое, мне кажется, красивее, наверное, нет ни в одной области, Дом дружбы народов, где мы будем все встречаться, проводить мероприятия.